Депутаты Украинской Верховной Рады устроили очередную драку в прямом эфире. Произошло это на парламентском телеканале. Юрий Левченко из националистической партии «Свобода» не сошелся во мнении с Олегом Барной из блока Петра Порошенко. Поспорили о военном положении. Слово за слово, дело дошло до драки. Барна накинулся на Левченко, ударил его по лицу и повалил на пол. Больше того. Такие моменты. Непередбачувана ситуація у нашому ефірі. Давайте ми не будемо слухайте цього робити. Бачите, це ви в нормі?